Представление участников. Категория 56 килограммов. Выступает мастер спорта Виктор Грачев. Город Балахна, Нижегородская область. Весовая категория 62 килограмма. Юрий Жуков, кандидат мастера спорта, Тверская область, город Торжок. Весовая категория 69 килограммов. Михаил Курнев, Нижегородская область, город Бур. Александр Шалагин, Нижегородская область, город Арзамас. Александр Макеев, мастер спорта из города Ленинска, Волгоградской области. Владимир Потапенко, мастер спорта, город Тверь. Вячеслав Крайнов, Нижегородская область, Балахна. Юрий Капля, мастер спорта, Новосибирск. Виталий Голев, Пермский край, Соликамск. Категория 77 килограмм. Салават Абдулкаримов, город Ленинск, Волгоградская область. Юрий Королевич, город Балахна, Нижегородская область. Владимир Зиборов, Тульская область. Игорь Ломачевский, мастер спорта, город Орск, Оренбургская область. Борис Боровинских, мастер спорта, город Челябинск. Весовая категория 85 килограммов. Роберт Салимгареев, город Нефтекамск, Республика Башкортостан. Олег Васильев, Южно-Сахалинск, Сахалинская область. Мастер спорта Юрий Савчук, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край. 94 килограмма. Один участник Дмитрий Крушный, Тольятти, Самарская область. 105 килограммов. Мастер спорта Николай Князев, город Красноярск. Георгий Павлов, Нижний Новгород. И Вячеслав Лопухов, поселок Ванино, Хабаровский край. Супертяжелая весовая категория. Николай Щепкин, город Арзамас, Нижегородской области. Николай Есин, также Арзамас. Петр Калантаев, мастер спорта из города Новосибирска. Валерий Терешко, мастер спорта международного класса, город Долгопрудный, Московской области. Виктор Коньков, город Самара. Участники представлены. Виктор Вишняков, боковой судья. Также судья республиканской категории Егор Куликов, город Омск. И боковой судья Владимир Горюнов, город Арзамас, судья первой категории. Эта тройка будет оценивать выполнение упражнения спортсменами возрастной группы 60-64 года. Спасибо, займите, пожалуйста, свои рабочие места. Мы готовы вызывать участников. Вес штанги 42 килограмма. Александр Шалагин, Арзамас, первый подход. Решение я не вижу, что судьи, нажмите соответствующие кнопки, 2-1, подъем засчитан, 43 килограмма установите.
заявка Александра Шалагина, 45 килограммов. Юрий Жуков заявил 43 килограмма. Кандидат в мастера спорта Юрий Жуков, Тверская область. Первый подход. Два к одному оценили судьи правильность выполнения. Вес штанги 45 килограмм. Готовится Шалагин. Жуков заявил для второго подхода 45 килограммов. Александр Шалагин, второй подход. Юрий Жуков готовится. Защита. Юрий Жуков, второй подход. Виктор, чуть раньше нажимай. На 2 секунды опаздывай. Заявка Александра Шалагина, 47 килограмм. Юрий Жуков, Тверская область. Подъем засчитан. 47 килограмм. Александр Шалагин, третий подход. Неудачный подъем. Юрий Жуков. Третий подход.
Три подхода успешные, результат 47,5. Установите 47, установите 50 килограммов. Пять участников стартуют с этого веса. Первым Михаил Курнев. Михаил Курнев, город Бор, Нижегородская область. Первый подход. Перезаявка от Михаила Курнева на 54 килограмма. Вячеслав Крайнов, Балахна. Первый подход. Юрий Капля готовится. Заявка Вячеслава Крайнова, 55 килограммов, тот же вес. Юрий Капля, первый подход, мастера спорта из города Новосибирска. Виталий Голев готовится. Подъем засчитан. Заявка Юрия Капли, 55 килограммов. Виталий Голев, Пермский край, первый подход. Последний участник на вес 50 килограммов. Подъем засчитан. Установите 54 килограмма. Виталий Голев заявил для второго подхода 60 килограммов. Один участник на 54 килограмма – это Михаил Курнев. Кандидат мастера спорта из Нижегородской области Михаил Курнев. Первый подход. Неудачный подъем, других участников на этот вес нет. Михаил Курнев, второй подход, 2 минуты. На следующий вес 55 килограммов готовится Виктор Грачев.
Подъем засчитан. 55 установите. Михаил Корнев заявил для третьего подхода 57 килограммов. Виктор Грачев, мастер спорта из города Балахны. Первый подход. Заявка Виктора Грачева 58 килограммов. Еще два участника подойдут штанги весом 55 килограммов. Вячеслав Крайнов, Балахна, второй подход. Юрий Каплин готовится. Подъем засчитан. 57 заявляет Вячеслав Крайнов для третьего подхода. И еще один последний участник на 55 килограммов — Юрий Капля, Новосибирск, второй подход. Неудачный подъем, три красных лампы, судейские тройки. Других участников на этот вес нет. Юрий Капля, третий подход. Подъем засчитан. 57 килограммов установите. Готовится Михаил Корнев. Кандидат мастера спорта из города Бора Михаил Корнев. Третий подход. Вячеслав Крайнов готовится.
Подъем неудачный. Завершил выступление Михаил Гурнев. Его результат 54 килограмма. Вячеслав Крайнов. Волохна, третий подход. Подъем защиты. 58 килограмм без штанга. Вячеслав Крайнов завершил выступление в первом упражнении с результатом 57 килограмм. Один участник на 58 килограммов. Виктор Грачев, мастер спорта, город Балахна. Второй подход. Неудачный подъем других участников, но этот вес нет. Виктор Грачев, третий подход. Александр Макеев перезаявил начальный вес на 60 килограммов. Удачный подъем. Установите 60 килограммов. Виктор Грачев завершил выступление с результатом 55 килограммов. Два участника подойдут штанге весом 60 килограммов. Александр Макеев, мастер спорта, Волгоградская область, первый подход. Готовится Виталий Голев. Оба участника, заявившие 60 килограммов, выступают в категории 69 килограммов. Подъем защита. Заявка Александра Макеева 65 килограммов.
Виталий Голев, Пермский край, второй подход. Неудачный подъем. Других участников на этот вес нет. Виталий Голев, третий подход. Подъем защиты. Вес штанги 62 килограмма. Один участник заявил этот вес. Владимир Зибаров. Мастер спорта из Тульской области Владимир Зибаров. Первый подход. Подъем засчитан. Заявка Владимира Зиборова 70 килограммов. Установите 65 килограммов. Участники заявили 65 килограммов. Первый выйдет на помост Салават Абдулкаримов. Салават Абдулкаримов, город Ленинск, Волгоградская область. Первый подход. Александр Макеев готовится. Удача в первой попытке. Александр Макеев, Волгоградская область, второй подход. Абдулкаримов готовится.
Также неудачи. Салават Абдул Каримов. Второй подход. И последний участник на этот вес – Александр Макеев, третий подход. Салават Абдул-Каримов заявил для третьего подхода 75 килограммов. Александру Макееву. Его результат 60 килограмм. Становите 68 килограммов для Юрия Королевича. Юрий Королевич, Нижегородская область, город Балахна, первый подход. Защита. Вес штанги 70 килограммов. Владимир Потапенко готовится. Мастер спорта из города Твери Владимир Потапенко. Первый подход. Готовится Владимир Зибаров. Заявка Владимира Потапенко, 75 килограммов, Владимир Зибаров, второй подход, Юрий Королевич готовится.
Удачный подъем во второй попытке Владимира Зиборова. Юрий Королевич. Второй подход. Успешные. И последний участник на этот вес — Владимир Зиборов. Тульская область, третий подход. Юрий Королевич заявил для третьего подхода 72 килограмма. Один участник на этот вес — Юрий Королевич, город Балахна, третий подход. Категория 77 килограммов, установите 75 килограммов. Два участника подойдут штанги весом 75 килограммов. Борис Боровинский перезаявил начальный вес с 75 на 80 килограммов. Готовится Владимир Потапенко. Владимир Потапенко, город Тверь, второй подход. Салават Абдулкаримов готовится. Защита. Заявка Владимира Потапенко 80 килограммов. Салават Абдулкаримов, третий подход.
удачный. Установите 80 килограммов. Борис Боровинских готовится. Результат Салавата Абдул-Каримова 65 килограммов. Мастер спорта из города Челябинска Борис Боровинских. Первый подход. Владимир Потапенко готовится. Заявка Бориса Боровинских, 85 килограммов. Владимир Потапенко, третий подход. Решение судейской тройки не в пользу спортсмена, прием неудачный. 85 килограммов фиштан. Результат Владимира Потапенко 75 килограммов. Это лучший результат в категории 69 килограммов в рывке. Продолжают выступление два спортсмена. Весовой категории 77 килограммов, Игорь Ломачевский и Борис Боровинских. Остальные участники выступления в первом упражнении завершили и готовятся к выполнению второго упражнения, толчка без перерыва. Борис Боровинских, второй подход. Игорь Ломачевский перезаявил вес на 88 килограммов. Засчитан. 87 просит спортсмен до третьего подхода. Это его заявка. Две минуты у него будет для подготовки. Выполнение упражнений в третьей попытке. 87 килограммов. Борис Боровинских, третий подход.
Подъем неудачный. Становите 88 килограммов. Для Игоря Ломачевского. Результат Бориса Боровинских 85 килограммов. Один участник остался первой сессии. Мастер спорта из города Орска Игорь Ломачевский. Первый подход. Игорь Ломачевский, второй подход. Время! Время, так отвечайте. Участники готовятся к выполнению второго упражнения толчка. Подъем неудачный. Игорь Ломачевский, третий подход. Запускай время, чего сидишь? Время запускай. Надо что-то Игорь Ломачевский справился с начальным весом 88 килограммов. Это лучший результат в категории 77. Второе упражнение. Толчок. Вес штанги 53 килограмма. Юрий Жуков, первый подход. Спортсмен выступает в категории 62 килограмма.
Подъем засчитан. Килограммов эштанги. Заявка Юрия Жукова 60 килограммов. Александр Шалагин готовится. Александр Шалагин. Первый подход. Участников нет на этот вес. Александр Шалагин, второй подход, 2 минуты. Установите 60 килограммов. Заявка Александра Шалагина. Юрий Жуков готовится. Юрий Жуков, Тверская область, второй подход. Александр Шалагин готовится. Защита. Заявка Юрия Жукова 62 килограмма. Александр Шалагин, третий подход. Удачный подъем, 62 вес штанги.
Один участник, Юрий Жуков, третий подход. Подъем защиты. 65 килограммов установите. Участник заявил 65 килограммов, Вячеслав Крайнов. Вячеслав Крайнов, Нижегородская область, первый подход. Подъем защитам. Заявка Вячеслава Крайнова 70 килограммов. Установите этот вес. Михаил Курнев готовится. Михаил Курнев, Нижегородская область, первый подход. Юрий Капля готовится. Удачный подъем в первой попытке. Юрий Капля, Новосибирск, первый подход. Подъем защиты. Вячеслав Крайнов, второй подход.
Юрий Капли заявил для второго подхода 73 килограмма. Подъем, защита. Заявка Вячеслава Крайнова, 75 килограммов. Михаил Курнев, второй подход. Удачный подъем по решению судей. Других участников на этот вес нет. Михаил Курнев, третий подход. Михаил Курнев справился с начальным весом. Установите 72 килограмма. Виктор Грачев готовится. Виктор Грачев. Первый подход. Толкнув 72 килограмма, Виктор Грачев обеспечил себе победу в категории 56 килограммов и заявляет для второго подхода 75. Установите этот вес. Юрий Капли перезаявил вес во втором подходе с 73 на 75 килограмм. Первым штатным весом 75 килограммов подойдет Виталий Болев. Виталий Голев, Пермский край, первый подход.
Спортсмен выступает в категории 69 килограммов. Подъем засчитан. Заявка Виталия Голева 80 килограммов. Юрий Капля. Второй подход. Засчитан. Заявка Юрия Капли 78 килограммов. Виктор Грачев. Второй подход. Подъем засчитан. Заявка Виктора Грачева для третьего подхода 77 килограммов. И последний участник на этот вес — Вячеслав Крайнов. Третий подход. Удачный подъем. 77 килограммов, установите. Результат Вячеслава Крайнова 70 в толчке, 127 в сумме. Виктор Грачев завершает выступление в категории 56 килограммов. Не удалось Виктору Грачеву зафиксировать вес.
Вес штанги 80 килограммов. Юрий Капля перезаявил вес в третьем подходе с 78 на 81. Два участника заявили 80 килограммов. Александр Макеев и Виталий Голев. Александр Макеев, Волгоградская область, первый подход. Подъем засчитан. Виталий Голев, второй подход. Заявка Александра Макеева, 85 килограммов. Подъем засчитан. 81. Для Юрия Капли устанавливается 81 килограмм. Он один участник, который заявил этот вес. Юрий Капля. Третий подход мастера спорта из города Новосибирска. Попытки удачные, толчки, результат 81, 136, категории 69, Юрий Капли завершил выступление, 82 килограмма установите. Владимир Зибаров, Тульская область, первый подход. Thank you.
начала. Точки Владимира Зиборова. И заявляет 90 килограммов, установите 85 килограммов. Владимир Потапенко готовится. Владимир Потапенко, Тверская область, первый подход. Салават Абдулкаримов готовится. Александр Макеев, второй подход. Заявка Салавата Абдулкаримова, 90 килограмм. Заявка Александра Макеева 87, а 86 заявил Виталий Голев. Виталий Голев, третий подход. Thank you.
к одному подъем засчитан. Вес штанги 87 килограммов. Александр Макеев завершает выступление. Все три попытки в толчке. Успешные 147 килограммов в сумме. 90 килограммов вес штанги. Юрий Королевич готовится. Первой попытки. Владимир Потапенко. Второй подход. Подъем засчитан. Владимир Сибаров. Второй подход. Заявка Владимира Потапенко 95 килограммов. Неудачный. Салават Абдул-Каримов. Второй подход.
Юрий Королевич готовится. Подъем засчитан. Юрий Королевич, второй подход. Заявка Салавата Абдулкаримова, 95 килограмм. Последний участник на вес 90 килограммов Владимир Сибаров. Третий подход. Установите 92 килограмма. Один участник на этот вес — Юрий Королевич, город Балахна. Третий подход. Удачный подъем. 95 килограммов вес штанги. Результат Юрия Королевича в сумме 162 килограмма. Три участника подведут штанги весом 95 килограммов. Первым — Борис Боровинских.
Начинает выступление во втором упражнении мастер спорта из города Челябинска Борис Боровинских. Первый подход. И заявка на второй подход 100 килограммов. Владимир Потапенко, мастер спорта из города Твери, завершает выступление категории 69 килограммов. Подъем неудачный. Владимир Потапенко набрал лучшую сумму в категории 69 килограммов. 165. Это чемпионский результат. Салават Абдул-Каримов. Третий подход. Закончил выступление Салават Абдул-Каримов. Три подхода в толчке его успешные. 100 килограммов и штаб. Борис Боровинский. Второй подход. Удачный подъем. От третьего подхода Борис Боровинский отказывается. Установите 105 килограммов. Внимание участников второй сессии 85 килограммов и включительно супертяжелый вес. Пожалуйста, подготовьтесь к выступлению. Спортсмены первой сессии заканчивают свое выступление. Остались три подхода Игоря Ломачевского.
Игорь Ломаческий. Первый подход. Обеспечить себе звание чемпиона России 2013 года и заявляет 114 килограммов. Перезаявляет на 112 килограммов. Рекорд России в толчке категории 77 килограммов, 116 килограммов принадлежит Александру Курневу. Игорь Ломаческий, второй подход. Игорь Ломаческий, третий подход. И 2 минуты спортсменам. Это заключительный подход первой группы, первой сессии, где выступали атлеты весовых категорий 56, 69 и 77 килограммов. Сразу после выполнения попытки Игорем Ломаческим выйдут на помост спортсмены весовых категорий 85, 94, 105 и супертяжелой весовой категории. Просьба подготовиться участникам.
Сегодня не покорились Игорю Ломачевскому, 112 килограммов, но он завоевал звание чемпиона России в категории 77 килограммов.